Здравствуйте. Вот, как зовут Лилия Ивановна? Его зовут Грациан. Вот, купили себе понечку. Его зовут Гоша, такой интересненький. Ну, очень дети его любят. Специально тут экскурсии детские привозят, очень часто школы. Ну, купили, чтобы дети видели, кто не видел, что такое пони. Вот такая вот няшенька. Косу покажите какую. Ну, вот. Вот. Запятаем, чистим. Но... Кстати, тоже у него есть детки. Есть детки, да. Есть детки. Вот он там приехал с Польши. Но... С Польши. А возраст ему сколько? Плюс-минус 6 лет. Плюс-минус уже 6. Тоже. Он там приехал вообще зелененьким. Ему было 3 года, наверное, или что. Он тоже несколько лет он у нас. С той стороны. А сколько у вас кобылиц таких пони? Нет, там пока он был это самое. Участника, да? Да. А так нет у вас конематки? А нет, у нас понечек и девочек нету. Да. Спонсора нету. Гоша, Гоша, перестань. Ну мы так. Вот, друзья. Его Грациана зовут, но мы так же мило Гоша. Так, я сейчас укушу. Все, уйди. Польские крови. Надо купить вам пару кобыль.